Здравствуйте, меня зовут Сергей. Скоро наступит лето, все будут часто ездить на природу. Поэтому сегодня я расскажу вам про лесные пожары. Ведь чаще всего они возникают по вине человека. Брошенная в лесу спичка или непогашенный костер могут стать причиной огромного бедствия для растительного и животного мира. Также лесные пожары часто возникают из-за ударов молнии. Противопожарные службы внимательно следят за лесами. О больших пожарах сообщают даже космонавты, работающие на орбитальных станциях. Знаете, что к пожару может привести не только неосторожное обращение с огнем, но и брошенные в лесу пакеты, пластиковые бутылки и любой другой мусор. Разжигать костер может только в специально отведенных местах. А если таких мест нет, площадку для разведения огня можно подготовить самостоятельно. Разжигать костер можно только при присутствии взрослых. В огонь нельзя плескать горючие жидкости и бросать аэрозольные баллоны. Когда уходите домой, костер нужно обязательно потушить. Ни одна веточка и ни одно полено не должны больше тлеть. Пожарная охрана России существует уже 365 лет. 30 апреля огнеборцы всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Я желаю им поменьше пожаров. А теперь давайте смотреть мультфильм.